Становятся известны первые подробности трагедии. Пассажиры, находившиеся на борту, рассказывают, что они испытали в момент крушения. Одна из них – Гульнар Кашенова. Вот что она рассказала нашему телеканалу. Мы взлетели, трясло, уже изначально мы когда взлетали, трясло. Потом начало сильнее трясти, мигать все начало, начали падать багажи. Потом об что-то стукнулись. Я пригнулась, ну как, когда все начало падать с колени головой. И вот потом, когда подняла голову, уже передней части не было и как бы внутрь. Ну, понимаете, да, салон внутрь как будто изогнулся. Кто-то выбил дверь из мужчин аварийную, и мы начали все выскакивать, мужчины помогали нам выбраться, дети, там много было поломанных, у детей всякие травмы, много было, всякие там в крови люди лежали, просили помочь там, подвинуть ногу, я боялась трогать. Мы очень долго ждали скорую, мы звонили, я прямо в доме, был корпус. Было темно, когда мы только выбирались. Это 7 утра же было. Мы только выбирались и не знали, куда идем, потому что везде снег, ямы. И когда они начали вытаскивать, они начали светить, же, мы все увидели, как все раскрашено. Переда нет. И людей там тоже не было.